я вот так натерла тыкву. Сейчас буду добавлять творог, яйцо, ну, как все полагается, как на сырнике. Теперь добавляем 2 куриных яйца. Добавляем сахар. Наверное, я 2 ложки добавлю. Или даже с половиной, вот так. Так, и манки. У меня вот такая манка. Добавляем манку. 2 ложечки. И сейчас я размешаю, потом добавлю творог. Добавила творог и хорошо будем перемешивать, чтобы комочков вот этих не было. Сформировала я свои сырнички, вот такие у меня получились.